1418 страшных кровопролитных дней, больше 40 миллионов погибших жителей СССР. Эти события забыть невозможно. Детали, важные битвы, имена героев ежегодно вспоминают участники «Диктанта Победы». Дарина Подколзина узнала об акции от учителя истории. Вообще девушка признается, это не первая попытка проверить свои знания. В прошлом году она также подавала заявку. Да, нас попросили подготовиться, прочитал учебник. Какие-то статьи читала про Великую Отечественную войну. Скидывали ссылку, тоже тесты проходила. Решить можно. А были вообще сложности? Нет. На решение 25 заданий разного уровня сложности участникам диктанта дают 45 минут. Цель акции – не только выявить сильнейших, но и повысить уровень исторических знаний. Обязательно для того, чтобы наши дети и следующее поколение знали историю, запоминали ее хорошо и передавали через поколение в поколение подвиги наших дедов, предков. На площадке регионального управления Росгвардии «Диктант Победы» прошел впервые. К акции здесь присоединились школьники из кадетских классов и сотрудники ведомства. С этого года мы наблюдаем наибольший интерес сотрудников, военнослужащих Росгвардии именно участие в данной акции. А спустя уже 3 года участия в этой акции наши сотрудники повышают свои знания в области истории, в области Второй мировой войны, в области военных действий тех лет. «Диктант Победы» проводят с 2019-го. В этом году акцию приняли в 42 странах мира. Только в Приамурье параллельно работали 150 площадок. Екатерина Борисова, Сергей Воравка, Максим Яценко. Программа «Город».